Итак, ребята, всем доброго времени суток, всех рад приветствовать на канале Криптозомби. Ребята, в этом видеоролике я хочу проговорить просто про супер скамину, да, Express Game Pro, то есть Express 2.0. Ребят, я долго думал, стоит ли уже высказываться, потому что проект запустился уже очень-очень давно, я писал о нем в Телеграме, да. Я хочу сразу, во-первых, да, еще, кстати, извиниться за маты, потому что, ну, такого кринжа, жадности и пиздеца, ну, прямо, я, ну, никто не ожидал, ну, просто никто. Я решил все-таки, дабы чуть-чуть, не знаю, а-ля, как-то, ну, надо, все-таки надо сказать, нужно, я не могу просто, ну, просто, ну, это вообще, это просто... В общем, давайте обо всем по порядочку и, да, и попробуем рассказать и поговорить. А перед началом видеоролика, как я всегда, хочу приказать подписаться на наш телеграм-канал. NFT-игры, какие-то пирамидки, какие-то темы, куда влазим, дексы, дефи и так далее. Все, на чем можно зарабатывать в криптовалюте, да, публикую изначально свой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании под видео, переходите, подписывайтесь. Так, ребята, Express Game Pro. Давайте сразу, я хочу, первое, что я хочу сказать... Про него я написал, наверное, месяца, может, полтора, может, месяц назад, может, два месяца назад в Телеграме. Первый раз, когда только там прошла новость, что вот, скоро выйдет Express Game 2.0, ого-го-го-го. Всем обязательно рега-форсаже. Естественно, после того, как, ну, я побывал тоже в первом Экспрессе, я захотел влететь, запустил новость там. В этом у себя в Телеграме, там, регистрация форсаже. Сделал 3 или 4 аккаунта, кстати. Пару дней назад тоже писал в Телеграме, что опять же еще аккаунтов каких-то наделал в этом, да, то есть мы все ждали пушку, мы все ждали бомбу, потому что я, как и многие, попал далеко не в самый первый вагон в первой части, хотя, слава богу, все равно получилось заработать, но заработать можно было там а-ля там, в 10, в 20 там, раз больше, да, то есть баснословные бабки. Окей, все. И тут мы все ждем, 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 и он наконец-то запускается. И что мы видим? Ребята, мы видим просто колоссальнейший пиздец. На самых первых столах было там 9-10 админских кошельков, хотя это, да, то есть белобрысая жаба говорила, что никаких вэлов нету, да. То есть из там первых стол стоил 36 BNB по курсу там плюс-минус 9-10 тысяч долларов. Кстати, по поводу 9 тысяч долларов, ребзя, превьюшка будет такая, потому что я скажу, что я заказывал еще очень-очень давно, когда думал, что все-таки вдруг тут что-то будет путевое, да. Я ее немножко восправлю. Не об этом, да. То есть мы думали, что что-то будет, какие-то темы, да, в итоге просто. И с каждым столом, то есть ценник падал, все думали, что людей будет больше, людей больше не становилось. То были какие-то роботы, то просто херачили какие-то скрипторы. Ну, то есть просто пацаны, которые шарят и шарят прям максимально. Делают каких-то суперроботов, которые смогут прокупать, да, там контракт заранее. В общем, много всего вот этой темы. И заработать обычному человеку, ну, просто фактически нереально, ребята, нереально. Я вчера писал, да, в Телеграме, что вот я там влетел, да, то есть на 0.44, получил 150, точнее 125%, в итоге 150, мне так еще одна выплата и не прилетела. Ребята, смотрите, ну, я даже не знаю, вот с чего тут начать разговаривать. То, что, короче, почему, как это получилось, как я заработал, да, я тоже все летал через смарт-контракт, как писал, если кому-то это интересно, это просто лутка, шансы, что ты заработаешь 50 на 50, тут все отправляют раньше времени, то есть в 0-0 все пытаются влететь, все, кто есть в этом проекте, ребята, пытаются влететь именно 0-0, те, кто влетает через сайт через пару минут, ну, просто мое почтение, пока деньги, вы вообще без шансов ничего не получите, я, это просто лудомания, сегодня по-любому тоже буду влетать, поверьте, я абсолютно понимаю риски, на которые иду. То же самое через MetaMask, да, через Hex, да. И не об этом. Я хочу сказать, что просто вот это реально Лола, вот это, она собрала там сколько, лям или уже полтора ляма на рефералах, которые, да, то есть не прокупили, рефоводы, которые не прокупили уровень, все идет ей. По самому смарт-контракту прописано, идут ей просто кучи выплат. И вот я зашел к ним в чат, это, ребята, это просто такой кринж, там 100 человек, из которых, мне кажется, 90 админов проекта, и каждый пишет, а ты позвал людей в проект, а ты позвал людей в проект, а ты позвал людей в проект. Это просто пиздец. И когда ты читаешь, иногда видишь блогеров, да, и вот смотришь, вот, ну, короче, видишь, чел переписывается, открываешь страничку, видишь, у него YouTube и там, или Telegram, и он говорит, не рекомендую покупать через MetaMask, ребята, вот ссылочка, идите через сайт. Ну, я скажу так, пацаны, деньги это, конечно, хорошо, деньги любят все, и деньги решают все.
Но, блядь, но тут же сумма не в 10 и 15 долларов, да, тут суммы по 200, по 1000 долларов, и ты просто, ты же, а сам же ты будешь влетать, именно открывать MetaMask, вставлять контракт, вставлять хекс-дату, писать, да, то есть вот так это будешь делать, ты, да, отправить, сюда писать контракт, да, оставить газ, все вот это выставлять, и нажимать на кнопочку «Отправить денежки», ты будешь даже не 0.0, а за 1, 2, 3 секунды раньше, да, чтобы твои рифоводы, во-первых, ни хрена не заработали, принесли бабки тебе, и еще и с ревки с них получить. Ребят, я же тоже не святой. Мы часто влетаем в какие-то темки. Пираты, бассейны, ракеты. Много всего. Но скамить вот так и просто в наглую, ну, мне кажется, это полный зашквар. Не надо так делать. Это полная херня. Проект этот полная херня. Смотрите, давайте сейчас покажу вам этот дашборд. У них, да, там предвещался второй раунд номер 2. Его не будет. Я сегодня прочитал в чате, они пишут, там скоро запустят. Его не откроют никогда в жизни. Потому что на 18 BNB после того, как сюда вот побрили, просто всех побрили на 36 BNB, не пойдет ни один дурачок. И знаете, что мне отвечают в чате? Они говорят, пойдут те, у кого есть бабки. Да не пойдут даже те, у кого есть бабки. Даже те, у кого есть... Потому что это даже не риск и игра, а просто подарить деньги, потому что вы заберете все. Короче, это просто, ну, я просто в ахере от такой жадности. Они не закупают рекламу. Они пишут, кстати, еще меня поделили. Они говорят, у индусов кто-то закупает рекламу. Никто не закупает у индусов рекламу. Это сами индусы просто думают попробовать по своей же ревке кого-то прогнать. Вы вообще видели, кто там пиарит в эти темы? Ну, то есть, вы представляете, в первой части они делали VL за то, чтобы блогеры шилили проект. Сейчас у них есть бабки, знания, опыт. Все можно было сделать максимально идеально. И да, конечно, все равно бы подавляющее большинство влетало бы в первых числах, да? Но все-таки могли бы заработать все. В итоге в данный проект, в эту игру играет 200-300 человек. Ребята, 200-300 человек. Ёпты, ёпты, ёпты. Это полный скам, это полная жадность белобрысой вот этой лолы, жабы, да. Она никогда больше не вернется в эту специфику. Ну или иначе, ну потому что, ну там будет зашквар, то есть никто ей в жизни не поверит. Потому что жадность, просто колоссальная жадность, которая, блядь, у меня просто нет слов, короче, ребят. У меня просто нет слов. Поэтому я вам хочу сказать так, я писал об этом в Телеграме. Если вы думаете, вот смотрите сегодня, вот, да. Вот у меня, кстати, первая выплата не прошла, 0.66, я тоже писал в Телеграм. И вот о чем я говорю, вот, видите, у меня не прошла, а кто-то, видимо, кто регался подо мной, он зарегистрировался, и вот эта выплата, она, я ее, то есть она пошла не мне кошелек, а все кому? Той же жирной вот этой жадной жабе. Вот это, и вот таких выплат ей там на лям просто упало, плюс еще контракт, короче, очень дохрена. А о чем я хотел сказать, если вы хотите, ребята, я надеюсь, я дал понять, что тут я не ради ревки, как и писал в Телеграме, да, но если вы хотите просто полудить немножечко полудомани, да, и хотите влететь на вот этот 0.36, не берите сайта, не берите, ребята, нет, потому что, ну, 99%, что вы не получите даже одной и двух выплат, если вы реально хотите это сделать, это делается, может вообще кто-то не знает, давайте покажу, как это делается. Это как бы вообще все максимально, ну, просто, но все-таки я покажу. Вы открываете MetaMask, смотрите, да, открываете чик, BNB, нажимаете отправить. Ну, я надеюсь, конечно, что все это знают, когда в таких темах лазят, да. Теперь вводите вот этот кошелек, вот это смарт-контракт, да, то есть вот этого игры. Все, вставляете его сюда, чик, смотрите, вставили. Потом будет хекс датой. Она где-то есть, где-то нету. В паблике публикует. Допустим, это вчерашняя хекс. Берем ее, вставляем ее вот сюда. Вот эти 16-значные данные, это открывается в настройках MetaMask. Я думаю, все знают. Кто не знает, я делал видеоролик по MetaMask и там рассказывал. Смотрите, цену газа выше 5 ставить вообще не варик, потому что просто не пройдет. Это админы прописали в смарт-контракт. Здесь... Кто-то говорит, лимит газа оставляйте вот этот, нихера, здесь печатайте 2 ляма, ребята, 2 ляма оставляйте, больше тоже не надо, опять же, не пройдет транзакция, раз, два, три, раз, два, три. Все, вводите сумму 0.36, да, смотрите, чик-чик-чик. Ну, почему у меня сейчас... Короче, вводите вот эту сумму 0.36 у меня... допустим, все, я понял, у меня просто не хватает бабла, да, вводите вот эту сумму, нажимаете далее, вот, плюс вот это, и на таймере смотрите, когда будет 18.57, 18.56,
Короче, тут смотрите, опять же, нужно быть очень аккуратным. Если отправитесь слишком рано, вам просто дадут бан на минуту. Это я тоже писал в своем телеграме. Если слишком поздно, просто не успеете. Золотую серединку выбирайте. 3 за 2-3-4 секунды нужно отправлять до. Все. И нажимаете подтвердить. Бабки улетают, и вы прокупаете уровень. И даже в таком случае, поверьте, вот в таких же, кто будет вот точно так же отправлять вот в такое же время, людей куча. И тут уже просто играет рандом. Если вам повезет, вы заработаете. Если вам не повезет, ну, в принципе, свое, скорее всего, возможно, вернете. Потому что, опять же, повторюсь, благодаря блогерам, чмырям, которые говорят, идите через сайт, покупайте через сайт под Майревкой, их просто дохренища. И, ну, я все понимаю, как бы, ну, тоже не святой, но, блядь, это перебор. И поэтому, ну, так делать нельзя. Кто-то говорит, ну, по, вот, короче, благодаря таким вы свои точно отобьете, но заработаете вряд ли. Ребят, в общем, не знаю, получилось какое-то максимально самбурное видео, просто, ну, мне просто подорвало от того, что, потому что я наконец-то вошел в проект, и когда ты видишь реалии, что было в первом экспрессе, что было здесь, и когда ты видишь жадность этих админов, ты просто думаешь, ну, к сожалению, как-то так. На 0.36 и на 0.25 я полечу, как это я сделаю, тоже рассказал. Ну, на этом, наверное, ребят, у меня все. На этом у меня все. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всех обнял, приподнял. Всем спасибо, всем пока.